А как вам такое чудо инженерной мысли? Мини-трактор из Поднебесной. Всего за 48 моточасов он попадает на второй серьезный ремонт. Год назад его пришлось раскатывать, потому что на нем развалился выжимной подшипник. А уже сегодня на нем развалился редуктор переднего моста. Выглядит тут все как игрушечное. Даже пробка маслозаливной горловины, сделанная из резины и покрашена серебрянкой. Мотор, кстати, работает неплохо, но здесь же 48 моточасов. Вот, починили мы все-таки трактор. Немного я его оклеветал. Развалился здесь не редуктор переднего моста, а всего-навсего срезало передний правый привод. Срезало его именно по заводской сварке. Мы его достали и заварили на совесть аргоном. И если в следующий раз такое произойдет, то уже только с левой стороны. В прошлый раз вы меня спрашивали, что это за трактор. Здесь еле пробито на табличке Т-244. Я загуглил, и в первом же объявлении его стоимость 450 тысяч рублей. Несмотря на то, что я сказал, что я его оклеветал, он не перестал быть для меня пластилиновым. Всего лишь за пару зим отверстия крепления отвала стали овальными. На улице минус 15, и он стоит здесь уже вторые сутки. И давайте попробуем его запустить. Не хватает ему пусковых оборотов, но это проблема аккумулятора. Ну, в принципе, с пусковым завелся без проблем.